МЛС, привет всем. Значит, сегодня у нас такой суетной очень день. Мы сегодня собираемся целый день завтрашней поездки, потому что завтра мы едем в Сочи. Как вы уже поняли, едем мы на Дукалисе, мы везем наш полный сетап, там палатки, полы, короче, все-все-все. А еще вот Степа на Хайлаксе едет и везет JZ, потому что мы еще и JZ сегодня забрали. И поехали еще и на Дукалис, смотрите, поставили фаркоп, подключили, ну, поставили нам его пацаны, а мы его подключили, розетку, короче, подключили, и вот с прицепом уже едем. В общем, я тут все так дальнобойщиком ощущаю. Там далеко-далеко есть земля, там Новый год, ты не поверишь, там Новый год, два раза в год. Вот, Люсечка, красоточка моя. Я Хайлакс, она Люси называю ласково, но это секрет, я вам этого не говорил. Ну а мы уже плотно на сборах в ангаре. Значит, 86-я на подъемнике, сейчас на спотразвальном. Видите, сделал спотразвал, сейчас меняем масло. Все, диагностируем ее. Давайте вам это снизу покажу. А, там красавец, новый радиатор, да, хорош, хорош, вот он, красавчик. Да, защита редуктора Винтерса. Да, в общем, мы сейчас подготовим GT-ху и подготовим поездки Дукалиса. Точнее, все в него положим. Мы в него еще мотоцикл складываем, потому что, как вы помните, ну вы не помните, но может я вам вообще не рассказывал. Мы берем туда мотоциклы. И кто-то еще. Кое-кто еще у нас на подъемничке уже. И уже готов к снятию мотора. Кто же это? Кто же это? Алексей, здравствуйте, здравствуйте. Сливаем. Гангстеры, камон, кстати, правда, что-то все поспрашивали, что-то все поинтересовались, а в итоге-то никто до дела не дошел. Мотор с чербаковской тачки, 1GZ GE, 2,5 литра, в отличном состоянии, на компрессии, масло не жрет, все в ажуре, в продаже. Так что имейте в виду. А мы сейчас, кстати, в ангарном аккаунте замутим небольшой опросник. Сейчас приходите туда, решили такой прикольчик снять. Пометьте мои диски сюда и сюда. Значит, хотел снять Земцева, вернись обратно. Хотел снять Земцева, и пока снимал Земцева, увидел, что у нас наклеена на тумбочке на нашей Мостаковской наклейка с D1, в моем первом D1, на котором я принял участие в 2018 году. Он, в принципе, был и последним D1. Поэтому вот такая вот реликвия. А Земцев тут плотно на загрузке буса. Значит, у нас по плану, значит, тумбочка инструментальная мостаковская идет вот туда, отойди, вот туда идет мостаковская тумбочка, а вот сюда встают два мотоцикла наших. Вот эта кингтоновская история тоже очень удобная, мне нравится. Да, хорошо. Считается. И футболка у тебя классная. Да, прически нет. А теперь понятно, зачем нам нужен был Дукалис, чтобы мы могли перевезти мотоциклы в Сочи и палатку. В общем, вот, два красавца поместились в кузов, еще место осталось, поэтому все люкс. И мотоцикл твой. Да. И мотоцикл мой. Два красавца и мотоцикл. Так, поосторожней там, На самом деле у нас есть другая идея, то что байки, если что, на этап РДС мы будем возить в кузове пикапа. Потому что все, или нельзя было это говорить? Секрет был? Ну ладно. А кто запомнит? Кто смотрит эти сторис? Жалко, и 20 тысяч человек какие-то увидят. Все, ребят, короче, мы грузим.